Привет, дорогие друзья! Пока вам будет сообщать, что я в прямом эфире, поздороваюсь, расскажу. Всем-всем привет! Всем, кто будет смотреть сейчас, всем, кто будет смотреть попозже. У меня сегодня будет очень-очень классный гость. Привет, привет! У меня очень классный гость. Как вы уже поняли, каждый четверг я собираю в своем прямом эфире самых интересных девчонок, которые сделали бизнес, с чего они начинали, чтобы показать вам, всем остальным, что это реально, что реально делать бизнес в современном мире, даже если вы женщина, особенно если вы женщина, и какой крутой результат можно достичь. Сейчас у нас присоединится гостья, моя любимая гостья, не успела тебя представить. Я думаю, привет, я думаю, что почти все мои подписчики тебя знают, потому что мы много с тобой работали. Это моя любимая Лилечка, у меня не поворачивается язык назвать по имени и фамилии, еще отчества не хватает. Когда-то она была моим любимым стилистом. Вот, ты не перестала быть моим любимым стилистом, просто немножко перепрофилировалась, и мы сегодня как раз будем говорить о том, как можно из любимой работы, из любимой профессии перейти к чему-то большему, масштабировать свой бизнес до такой степени, что за год, будучи беременной, я каждый раз, когда кому-то рассказываю, что начала все делать, когда была беременной, создать собственный бренд, при этом не будучи дизайнером, и стать одной из самых популярных сейчас на рынке. Так что твои подружки сидят и ждут в очереди наравне со всеми, просто потому что у тебя огромный спрос на твои изделия, потому что ты тонко чувствуешь, что нужно людям, даже не будучи дизайнером. Встречайте, пожалуйста, сейчас мы должны включить аплодисменты, и все, начинаем тебя хлопать. Поздоровайся с нами. Всем привет. Ну, во-первых, хочу сразу попросить прощения за то, что тебе приходится наравне со всеми ждать иногда свои заказы, это правда так. Мы работаем над тем, чтобы сейчас более масштабнее отшивать коллекции для того, чтобы всем всего хватило. Это хорошо, но мы к этому придем, потому что я хочу начать с самого начала. Если кто-то тебя не знает, или, может быть, пришли твои какие-нибудь подписчики, которые хотели бы услышать, можешь в двух словах рассказать, откуда ты, где ты родилась, как ты оказалась в Москве, и мы по ходу дела будем двигаться по вопросам. Да, меня зовут Лиля, Лилия Карташова. Я приехала из Иркутска 10 лет назад, и сначала занималась совершенно не связанным ни с фэшеном, ни с каким-либо бизнесом, родом занятий, занималась туризмом, но потом поняла, что это не мое, а мое совершенно другое. И так стала постепенно нарабатывать базу клиентов как стилист. Скажи, а как ты учиться? Вот, ты сначала пошла учиться, и потом поняла, что, знаешь, что это вот, ну, например, я тоже была там, я в Art Image ходила, есть у нас такой институт, ты, наверное, знаешь. Да-да-да. Я ходила, училась, такая, чисто для себя, там, цветотипом, потому что я не понимала, хотя интуитивно, например, чувствовала, что мне идут определенные оттенки, то есть к сочетаниям каких-то вещей, но я делала это чисто для себя. А у тебя как это произошло? Как произошел такой перелом сознания, когда ты поняла, а, я хочу помогать людям выглядеть лучше? Вот в какой момент это произошло? На самом деле у меня же это было все два параллельных процесса. Я сначала решила открыть магазин одежды. А да? Потом, да. А как потом интересно. Я начала стилизовать съемки. То есть для того, чтобы мы набрали российских дизайнеров, которые надо было представить в своем магазине, для этого нужно было провести фотосессии. И так я начала сразу же уже стилизовать съемки как фэшн-стилист. Смотри, а вот если вот я начинающий стилист, например, да, вот условно, ну, мы просто берем девчонок, которые, например, хотят, смотрят на тебя и хотят, как ты. Вот я начинающий стилист. Куда мне идти? Где мне брать? Писать мне фотографам? Или писать мне моделям? Или писать мне дизайнерам? Предлагать свои услуги бесплатно? Вот с чего начать, когда ты хочешь хоть немного продвинуться в этой области? Ну, во-первых, да, по поводу обучения я чуть позже скажу, оно у меня тоже было, оно просто было уже позже. Вот, и про школы тоже чуть позже расскажу. По поводу того, как наработать свое портфолио, это в первую очередь, ну, то есть не ждите, что вы такие написали на своей страничке «Я стилист», и на вас посыпались клиенты, и заказы и прочее. Такого не будет 100%, особенно сейчас, когда Инстаграм у нас, в общем-то, переполнен вообще всевозможными предложениями. Вам все-таки нужно будет начать работать бесплатно, делать фотосессии, вы можете написать брендам, которые вам нравятся, может быть, вы клиент этого бренда, написать им и предложить сотрудничество, одолжить у них вещи на съемку,
сделать какую-то невероятную классную фотосессию в компании с начинающим стилистом, ой, фотографом, прошу прощения, и таким образом делать съемку за съемкой до тех пор, пока вы не отработаете свой какой-то стиль, какой-то узнаваемые фишки, которые вас выделят среди массы других стилистов и сделают востребованным. И тогда у тебя, кстати, какая фишка? Сочетаемое, несочетаемого, да? Ну, изначально, да, у меня всегда были яркие образы, то есть я вообще первые несколько лет не использовала черный никогда. Вообще, в принципе, у меня никогда не было черного. Поэтому мы нашли друг друга сразу. Как ты с Дашей работаешь, я не знаю, кстати. Ну как, Даш, привет, надеюсь, ты здесь. У нас есть одна подружка, которая говорит, в смысле, есть еще какие-то другие цвета, кроме черного? Поэтому, да. Ну так. Вот, в общем, это были какие-то цветные всегда сочетания, плюс это многослойность, это сочетание спортивного и классического, это кроссовки с кепками и прочее, и это всегда тоже, не всегда, но такая фишечка была монохромные образы, то есть у меня на каждой съемке были хоть один, но полностью монохром, но какой-то очень вкусный. То есть много, пять более фактур, да, и, например, в розовом, в оттенках розового или красного. О, и да, они, это я знаю. Они да. заходили лучше всех, честно скажу. И сейчас по-прежнему, наверное, заходят лучше вот эти монохромы, которые такие вкусные, хочется рассматривать, вот. Угу. Поэтому... Смотри, значит, мы, как бы, если мы начинающий дизайнер, мы не стесняемся, мы всем пишем, мы предлагаем наши услуги, мы нарабатываем свой какой-то вкус, мы создаем портфолио, да, чтобы потом уже из себя что-то представлять. А знаешь, мне всегда хотелось спросить, есть такое модное слово, называется насмотренность. Вот, я тоже хотела сейчас сказать, да, насмотренность. Вот, расскажи, потому что просто каждый второй пишет про него, вот расскажи, как ты его понимаешь и зачем это нужно, потому что, мне кажется, это важно не только для тех, кто хочет быть для стилистом, но для каждой конечно. Девушки, да. Это и для фотографов важно, для визажистов, для стилистов, для всех, потому что, во-первых, ты должна быть в курсе, что есть на рынке уже, какие есть стилисты, что они делают, что они предлагают, что они говорят, что они снимают. Задача твоя не повтори то же самое, а сделать так, чтобы это было иначе, и чтобы твой продукт все-таки был уникален, но в то же время учитывая опыт коллег, потому что они уже какую-то тоже базу у себя в голове собрали, и они этим открыто делятся с людьми, это тоже очень полезно. Я всегда смотрю вебинары, какие-то прямые эфиры от стилистов, я читаю их почти каждый, ну, тех стилистов, которые мне нравятся. То есть ты подписана, правильно я понимаю? Обязательно, конечно, как да. В качестве вдохновения. Конечно, да. И потом это живое общение с профессионалом в твоей области, который тебя интересует, который тебе нравится. Конечно, это необходимо вообще. Ага, хорошо, смотри. Значит, тебе повезло. Я знаю, что ты работала с классными фотографами, тебе повезло и с моделями, и с брендами. И вообще, я наблюдаю твою историю, поскольку я имела честь во многих твоих историях быть задействована, очень приятно. Ты разбирала мой гардероб, ты знаешь самые мои большие секреты. Вот, и даже ты стала человеком, которого я послушалась, я человек, который никогда никого не слушается, говорю, ну ладно, так уж и быть, мы попробуем, как можно вот это надеть с этим, но окей, и в итоге там ты понимаешь, что да, есть другой ракурс, и надо человеку не бояться слушать мнение других. Мы сейчас немного еще про стилиста, а потом перейдем к бизнесу, потому что это очень важно, вот этот переход. Смотри, такой момент, очень многие девушки думают, что персональный стилист, даже разовая услуга, там, разбор гардероба или консультация, это очень дорого и не нужно, типа, я посмотрю журналы и справлюсь. Но в моем понимании очень важен человек, который, условно, не знаю, там, раз в 3-4 месяца приходит, свежим взглядом окидывает твой гардероб и говорит, знаешь, вот, там, мне, например, не хватает базы. Но ты приходишь, мне об этом говоришь, и я понимаю, да, действительно, мне нужно это, чтобы мой гардероб был более цельным. Вот посоветуй девчонкам, скажи вот свое мнение по поводу, не как вот стилист, которому нужна работа, да, а как человек, который знает эту область, действительно ли нужно пользоваться услугами стилиста каждому человеку, потому что мое понимание, это уже как, ну, как зубы почистить, ты же сам этого не делаешь, ну, то есть мне кажется, что это очень-очень важно, ну, любым девушкам. Да. Ну, начнем с того, что гардеробов у меня было 2 года таких очень насыщенных, особенно последний год перед тем, как я запустила бизнес, когда я разбирала гардеробы каждый день,
вот реально каждый день, иногда два раза в день разным клиентам. И насмотрелась на такое вообще многообразие разных комплексов и всего-всего, ты сама себе такую оценку дать не сможешь. То есть ну, каждый человек где-то себя, может быть, видит иначе, чем видит его даже близкий или родной, или со стороны кто-то, да, приглашенный. Вот, и как раз стилист должен, нужен для того, чтобы помочь разобраться с тем, кто ты, навести на твой какой-то стилистический, да, что тебе близко. Какую-то свою фишку относительно узнать, именно тебя, да? Твои... Да, узнать твои предпочтения, чем ты занимаешься, что тебе подходит. Это на самом деле работа психолога еще дополнительно, то есть профессия стилиста. Да, у нас прям пишут, смотри, у нас как очень грамотно, не знаю, видно те комментарии. Да, очень важно мнение со стороны, однако не все готовы его слышать. Круто, что есть специалисты, которые еще имеют чутье психолога. Смотри, вы прям один в один, вот как тебя чувствуют. Ну, это обязательно, ой, Ваня, потому Ваня, что я слышала множество историй, когда стилисты приходили и авторитарно навязывали, да, какую-то свою точку зрения. Так быть не должно. То есть, вызывая человека к себе на помощь, призывая его к себе, вы должны ему доверять, вы должны быть уверены, что он вам подходит. То есть, грубо говоря, если у стилиста все пестрит какими-то модными трендовыми луками, а они вам изначально не близки, и вы скорее там приверженец классического стиля, то, может быть, вам стоит для начала посмотреть, какие еще стилисты есть. Может быть, есть стилисты, которые работают именно в таком минималистичном, сдержанном ключе. То есть, ну, вам то есть вы должны чувствовать так или иначе друг друга. Да, да, иначе может пойти дисконнект изначально, и не потому, что кто-то плохой или непрофессиональный, но просто потому, что у вас разные предпочтения. Опять же, говоря о том, у меня были такие клиенты и есть, которые, с которыми мы разные, да, по какому-то восприятию мира. Но вот эта работа психолога здесь, она почему важна? Потому что нужно понять, так, окей, хорошо, тебе не нравится цвет, хорошо, давай подумаем, что мы можем сделать там, в твоем том же черном, да, как мы можем его разбавить. Мы можем сделать монохромный лук в черном цвете с разными фактурами, например, да, если он тебе идет, если он тебе близок и прочее, то есть это могут быть полупрозрачные варианты, это может быть органза, шелк, кожа, все это может быть намешано, и это будет тоже работа стилиста. В общем, нужно довериться тому стилисту и человеку, кому вы сможете просто сказать, окей, я тебя я слушаю, готова. Я тебя готова воспринимать, да, и работать. Это работа. Хорошо, смотри, если мы сейчас переходим к твоему бренду, все-таки появление бизнеса в твоей жизни – это масштабирование твоей профессии, продолжение, либо это совершенно кардинально что-то новое, что вот просто вот свалилось тебе на голову в один момент. Мы сейчас не будем рассказывать о том, что у тебя была попытка сделать магазин. Да, мы сейчас вот сразу говорим о том, как ты от работы стилиста, от большой занятости перешла, ну, почти полностью. Я так понимаю, что ты сейчас больше занята все-таки со своим брендом. Начала, собственно, делать... Как вот я вижу этот концепт? Ты начала делать вещи, тех, которых тебе и твоим клиентам не хватало. Правильно я понимаю? То есть, да, есть ты мне на прошлой неделе, когда мы с тобой встречались, ты мне сказала очень важную вещь. Я не люблю, когда меня называют дизайнером, и это очень честно. Ты не пытаешься приходить куда-то и говорить, я такой весь дизайнер, вот смотрите, ты просто делаешь то, что нужно рынку, то, что интересно тебе, при этом у тебя качественно, красиво и полностью соответствует последним трендам, просто потому что это была твоя работа, и ты понимаешь, что это. Вот скажи, пожалуйста, все-таки это очень органично, что ты пришла к своему бренду? Или это произошло вот совершенно резко? Или это вот ты понимала, что в итоге ты будешь делать что-то свое? Это было, да, по сути, то, что сейчас происходит, это было изначально в дополнение к работе стилиста, потому что мне действительно не хватало после разбора гардероба, я каждый раз понимала, что на самом деле
девчонкам не хватает очень простых и правильных вещей, которые... Одних и тех же причем, да? Одних и тех же, но да, часто да. так бывает, что нет даже самого простого. То есть прежде чем начинать нам идти в дебри, да, там, и какие-то сложные образы составлять, для начала нам надо научиться какие-то простые вещи делать. И вот мы идем в поисках этих простых вещей, а их нет. Либо они безумных денег стоят, либо они низкого качества. То есть было вот это вот сложный такой поиск в плане того, чтобы найти баланс между качеством и стоимостью. И вот мы либо в ЦУМе, либо мы где-то в Метрополисе, в Заре, в Бершке и прочее, либо мы каждый раз идем IM Studio, Travel Stories и прочие мои, да, нынешние коллеги. Я поняла, ну, если я точно знаю, что мы ищем, я знаю, в каком это должно быть цвете, размере, форме, я знаю, где, более того, ну, поскольку мы занимались долго индивидуальным пошивом с клиентами, я знаю, где шить, из какой ткани, где купить эту ткань, где ее заказать, почему бы мне не сделать то, что мы ищем каждый день и не находим. Вот, в общем-то, так и появились первые платья. Ну, я помню, что ты была беременна, и тут в какой-то момент ты начала шить. Ну, я имею в виду, не сама, все понимают, что это процесс. Поставила. Не-не, что это процесс все-таки более сложный по организации. Но мне просто всегда вот интересен этот переход, когда вот ты понимаешь, что вот да, оно, когда ты просыпаешься с вот этим вот «я готова!» И вот ты идешь и делаешь там заказ не на 2 платья, не на 3, там типа, а на 20. Да. Для тебя это уже, вот знаешь, это переход уже в совершенно другой уровень. Это правда. И ты не побоялась. Что вот толкнуло тебя? Беременность просто... как раз и толкнула. Конечно, это такой прекрасный период женщины, девушки, когда ты начинаешь чувствовать уже ответственность не только за себя, но и за другого человека, и это тебя вдохновляет на что-то новое. То есть ты уже... хочешь, ну, у меня так случилось, мне захотелось сделать то, чего я раньше не делала, чтобы потом не жалеть во время декрета, не сидеть и думать, блин, ну, я могла это, а вот еще у меня это неплохо получалось. А просто сделать то, что у меня долго уже крутилось в голове, о чем я мечтала и так далее. Просто вот это был идеальный момент, вот эта беременность, которая подтолкнула попробовать. Смотри, давай немножко мы сейчас будем советовать девчонкам, но давай попробуем пошагово разбить. Если я хочу создать собственный бренд, ну, на основе там своей базы, там, как я как стилист, или я просто хочу прийти. Мы сейчас говорим не про дизайн, да, мы сейчас говорим про просто создание бренда. С чего нужно начинать? Ну, например, у меня есть возможность либо нанять стилиста, либо я понимаю, что должно быть. Мы сейчас говорим про чисто коммерческие проекты. Мы говорим про чисто коммерческую профессию. Мы не говорим сейчас про дизайн. Вот с чего мне нужно начать? Посоветуй мне, что мне нужно сделать? Там, придумать коллекцию или кому-то обратиться, или создать концепт. Вот прям с чего ты начинала? Смотрите, у меня, вот, возвращаясь к теме обучения, я все-таки вот здесь хотела бы к нему вернуться, потому что после того, опять же, как я начала делать бизнес, фэшн-бизнес и свои коллекции выпускать, я пошла в Fashion Factory School. У меня все наоборот. И это не значит, что надо так делать, потому что это неправильно абсолютно. Вот если бы я пошла сначала в Fashion Factory School и там получила все те навыки, которые я годами сама пыталась там наработать, набивая шишки, ошибаясь раз за разом и прочее, все было бы, скорее всего, быстрее, чем произошло это у меня. Потому что есть, ну, все-таки это наука определенная, да, и особенно, когда ты входишь в новую отрасль, тебе надо понимать, что тебе нужно для создания коллекции, какая она должна быть, что должно быть в капсуле, да, какой вообще ассортиментный ряд, какие размеры, какие цвета. Это все наука. И, конечно, можно это сделать, как я, с помощью интуиции больше, и ошибаясь, опять же, и учась на своих ошибках. А можно пойти, пройти пару месяцев, 3 месяца обучения Fashion Factory School. Они дают базовые навыки, в том числе, какие производства есть, как с ними работать, какие договора заключать, что там должно быть прописано, все юридические моменты и прочее. То есть это
Это очень сэкономит важно. Очень много времени, я поняла. Кстати, ребят, мы сейчас не рекламируем Fashion Factory, хотя организаторы этой школы тоже мои знакомые, хорошие. Но мы не рекламируем, просто говорим про то, что очень важно, в какую бы профессию вы ни вступали, пойти и получить какие-то базовые знания. Интуиция, да, это, школа безусловно, очень хорошо, много сейчас. Но в какой-то момент ты понимаешь, что на интуиции ты далеко не уедешь, потому что есть законы рынка, их нужно соблюдать, а когда ко мне приходят дизайнеры, и условно я говорю, мне нужно там договор заключить, какой-то элементарный, а у них нет даже ИП, потому что им в голову не пришло. Ну, о чем мы говорим? Если мы говорим про бизнес, все-таки нужно идти в какую-то либо бизнес-школу, либо ты права вот на какие-то небольшие курсы, которые дадут тебе понимание, что делать дальше. Ну, значит, мы говорим про твою картину мира, у тебя получилось наоборот, но в итоге ты все равно обучилась, получила много знаний, которые тебе нужны были. И исходя из того, что ты получила, ты уже действовала, да? Ну, все равно, давай как-то вот все-таки попробуем хорошо, по частям разобрать. Я расскажу, как у меня было, да, чтобы... То есть я посоветовала, как сделать как лучше надо. И правильно, да. Как сделала я? ИП открыла после того, как у меня был запущен бренд. Но перед тем, как выпустить свою коллекцию, слава богу. Производство нашла. Производство мое партнерское, дружеское. Мы с ними уже, в принципе, давно работали. Поэтому, в общем, найдите производство хорошее, которому вы можете доверять. Как показала практика, вот сейчас мы еще дополнительно переадресовываем некоторые заказы на другие производства. Найти адекватных людей очень сложно. Бывают просто... такие затыки по скорости работы, по качеству, и ты бьешься раз за разом с кому-то, пытаясь объяснить, как нужно и как правильно шить, а потом понимаешь, что тут бесполезно, надо переходить на другое место. В общем, найдите производство хорошее, которому вы реально доверяете, удобное, чтобы у вас была налажена логистика, потому что в какой-то момент, если у вас все пойдет хорошо, у вас будут каждодневные какие-то перевозы ниток, фурнитуры, ткани, забрать заказ, отвезти, разместить ткани и прочее. То есть у вас должна быть налажена логистика какой-то, или курьер, или, может быть, вы сами будете, да, первое время. Вы должны подумать, каким образом вы будете это все транспортировать. Если вы в Ижевске размещаете заказ, значит, вы должны быть готовы к тому, что вам придется там часто появляться. Ну, понятно. Затем обязательно вам нужно посмотреть на конкурентов. Но это опять та же самая насмотренность. Посмотреть, какие они выпускают коллекции, что уже есть на рынке, а может быть, чего-то нет. Всегда чего-то нет из того, что уже представлено. Может быть, вы давно видели, что никто не выпускает джинсы, кстати. Это действительно так. Джинсы у нас мало, какой бренд хороший представляет и в ассортименте. Или, может быть, вы заметили, что у нас нет хорошего поставщика тканей трикотажных, плотных для футболок, а вы возьмете и найдете такого поставщика и начнете футболки крутые делать. В общем, посмотрите уникальность продукта, что вы выпускаете, для кого вы выпускаете, для какого возраста, чем они занимаются, как вы будете их привлекать. Если вы через соцсети их привлекаете, как это делала я, вам нужно понять, опять же, что сейчас есть такая тенденция, ну, даже не тенденция, а обязательная необходимость нанять таргетолога, потому что если раньше, когда мы начинали бизнес, это еще не там было актуально, можно было справиться с помощью хэштегов, блогеров и прочее, то сейчас на первый план вышли таргетологи, которые делают как раз за вас вот эту работу по рекламе и вашему промо. То есть вам нужно понять, где вы будете продавать, кому вы будете продавать, что вы будете продавать. Что вы будете продавать. Да? И где вы это будете производить. И какой уровень качества вы под своего клиента можете предложить. Большой ли был у тебя стартовый капитал? Многие очень девчонки боятся начинать, подозревая, что в некоторых бизнесах должен быть просто огромный стартовый капитал. Ну, мы не говорим сейчас не была... про цифры, мы сейчас говорим про не, я могу то, что цифр, ты можешь сказать. В цифрах я часто их озвучиваю, мне не проблема совершенно. Скажем так, первый мой стартовый капитал был 300 тысяч, но это когда мы просто открывали бренд. Вот когда «Бери-беги» стал «Бери-беги», именно выпускающий свои коллекции, стартовый капитал был 700 тысяч. На создание коллекции... на все документы, кассы, аренду помещения, наем новых сотрудников. Вот 700 тысяч я вложила, и дальше произошло просто бешеный скачок.
Я сама его не ожидала, так случилось, что мы попали на несколько хороших блогеров, и понравилась коллекция, и это произошло за месяц. То есть вот я вложила 700 тысяч, а через месяц я уже получила 1,5 миллиона. Вот так у нас было в моем случае. Ты еще успела все потребности закрыть тех людей, которые заказали? То есть это твое производство, ему надо сказать спасибо или кому? Потому что так или иначе. Да, что-то можешь получить заказ и быть просто не готовым к нему, понимаешь? А так часто и бывает. Мы до сих пор не успеваем иногда дошивать под запрос. Но в целом, в том случае, да, наше производство сработало отлично. Они были готовы нам помогать оперативно, потому что, как правило, все-таки ты размещаешь заказ, вы оговариваете сроки, и вот там через 3-4 недели ты получаешь свой заказ. В моем случае, спасибо моему дорогому производству, было по-другому. Они оперативно дошивали, я оперативно докупала, каждый день ездила с этими нитками, тканями, со всем на свете, привозила к ним, говорила мне еще столько же, в общем. Таким образом у нас произошел коннект, и мы до сих пор работаем очень плодотворно. Смотри, мы давай еще немножко про продвижение. Ты начала говорить, что ты продвигалась через блогеров. Я знаю, что ты попадала на телеканалы с помощью других стилистов, да, или каким образом? Просто мы девчонкам варианты представим, где можно продвигаться бренду. Например, наши дизайнеры тоже смотрят, у которых уже есть свои бренды. Может быть, ты что-то посоветуешь, кроме каких-то стандартных вещей? Ну, понятно, что нужно гнать трафик на свои социальные страницы. Таргетолог очень важный, который определяет твою точно аудиторию, а не всех подряд от 10 до 90. А вот именно те методы продвижения, которые помогли Бери-Беги узнать, стать узнаваемым брендом. Ты начала с блогеров. Кто еще? Может быть, тебе коллеги по цеху помогали? Я попробовала всех популярных блогеров, какие были популярных в области фэшна и стайлинга. Да. Это было не бесплатно, за деньги. Потом подключились... Ну, у нас всегда была такая дружба с коллегами, со стилистами. Мы с ними общаемся, круто, переписываемся, кстати, так или иначе. И они просто, узнав, что Бери-Беги стали выпускать свои коллекции, они стали приводить своих клиентов, опять же, и звездных клиентов тоже. Они брали на съемки, то есть там часто было, что за 2 часа до съемки мне кто-то звонит и говорит: «Блин, слушай, мне надо там яркий костюм, мне надо платье какое-то, есть у тебя?» Я говорю: «Есть, заезжай, пожалуйста, вот съемочные образцы, пожалуйста, берите». И они это брали, и потом, естественно, выкладывали у себя в соцсети звезда, которая была в нашем костюме, платье, тоже выложила у себя пост с отметкой «Бери-беги» либо сторис. И таким образом вот это поток клиентов и подписчиков, он растет медленно, но верно. То есть это вот те самые, твоя целевая аудитория, которая прониклась, которая понравились твои вещи на звезде, например, или на стилисте, и они подписались, пришли. То есть это сработало у тебя лучше всего, да? А участвовала ли ты во всяких там, как называется, гивах, да, конкурсы? Один раз я поучаствовала. Ну, конкурсы, да, мы делаем периодически с девчонками, кооперируемся с другими брендами. Ну, не часто, но делаем. А giveaway, честно, я не оценила. Попробовала, но просто, может быть, это не мое, может быть, я позже к этому приду. Пока нет. Да, получилась куда, какая-то, мне кажется, свалка из народа, который приходит, там, не понять, кто к тебе приходит на самом деле. Там и индусы, и все на свете, потом они отписываются. В общем, это просто... Я пока не разобралась с giveaway'ами, честно. Может быть, мне кто-то поможет, и я буду в этом... То есть у тебя в продвижении лучше всего сработали блогеры, да? Блогеры и стилисты. Стилисты очень... Вообще, я считаю, что за стилистами будущее и сила. И кто бы там что ни говорил, что их очень много, нас очень много. На самом деле, таких вот стилистов, которые имеют свою хорошую базу клиентскую, их не так много, как кажется. То есть я могу у тебя попросить телефоны стилистов, раскидать по ним наши сережки, и наши сережки начнут снимать. Ну, условно, скорее я смотрю. Да, ты можешь сейчас... Конечно, да. Я тебе говорю про то, что я сейчас таким примером говорю, что девчонки могут воспользоваться. То есть они могут начать писать каким-то тем же стилистам. Я думаю, что не все из них супер такие звездные буки. Мне, например, когда пишут люди, я спокойно реагирую. Кому я могу помочь, я помогаю. То есть, в принципе, бренды должны не бояться писать стилистам, предлагать свои вещи на съемку, не бояться. Да. А ты знаешь, у меня какая ситуация была с моим магазином? У меня же мультибренд.
На Русдизайнерс очень много сначала приходило стилистов, и они все просили вещи. И знаешь, что я всем им отвечала? Это вещи не мои. То есть мне, чтобы дать вещь на съемку, мне приходилось звонить дизайнеру, который говорит, что? Это же сейчас типа заюзается, потом они вот это непонятно в каком состоянии вернут. Говорю, ребят, это будет в журнале. Они напишут, модель напишет, я напишу, вы напишите, это контент. Они мне, знаешь, что говорят? Нет. Ты знаешь, как мало дизайнеров соглашалось давать вещи, и в конце концов ко мне стилисты просто перестали ходить, потому что они поняли, что ну, от меня ничего не зависело. Хотя я вот сейчас понимаю, да, у меня сейчас приходит большое количество образцов, вы поздравь меня, вот они буквально сегодня-завтра должны прийти. Но мы ждем твои образцы. Ну, тебе вообще понятно, первый отгрузим. Я имела в виду, что мне хочется иметь, да, ну, не знаю, что у нас там три комплекта съемочных, чтобы любой стилист, ну, там, уважающий себя или там, которому интересно это, мог в любой момент приехать, взять, потому что это мне плюс, это им плюс, а дизайнеры этого не понимают. Может быть, если ты сейчас озвучишь, я знаю, что меня пересматривают очень много дизайнеров, потому что ну, мы много работали с дизайнерами. Мне кажется, очень важно тебе сейчас озвучить то, чтобы люди не то, что не боялись, они, ну, как это по-русски, не жмотились, не могу найти нормального слова. Да, давай, так, стоп. Да, будем. Да, потому что это гораздо момента. Больше принесет и денег, и узнаваемости, и всего. Два момента, которые я пока не забыла, мне надо их озвучить. Первое. У дизайнера, если вы дизайнер, обязательно, 100%, должны быть съемочные образцы. Вот это... Вот, большими вот, буквами. Вот так вот они должны висеть на рейле. И это те образцы, которые вы даете на съемке. Вам не нужно для этого распаковывать другие ваши красивые, там, чистые, неприкосновенные вещи для клиентов, которые они потом купят. Вам нужно просто, вот вы отшили коллекцию, и эсочки вы, например, хотя бы эсочки, да, отвесили на рейл, и все, и дальше к вам приходит стилист, у вас никаких проблем нет, вы отдали им на съемку, через 2 дня получили, потом другим стилистам, и третье, и они уже знают, что к вам нужно прийти, и у вас 100% есть какой-то большой набор, таких вещей, которые их спасут на съемке. Это обязательно вообще. И что еще? А, по поводу не жмотиться. Смотрите, вот есть такой момент, я смотрю на это и как дизайнер, и как стилист. Ну, дизайнер, условно. Ну, и мы понимаем, как, да. Да. Как стилист. Мне очень часто пишут бренды, которые только-только открылись, типа, Лилия, здравствуйте, мы хотим вам предложить 10% за реализацию нашего продукта вашим клиентам. И это уже не заходит, честно скажем. Потому что таких предложений в какой-то момент стало 10 в день и более. Все хотят просто, чтобы ты их рекламировала. Притом, вы не познакомились, ты не знаешь, что у них за продукт, как он сшит. Как он выглядит, из какого материала, и вообще, почему ты должна кого-то незнакомого просто брать и рекламировать, почему ты должна к ним привозить клиента. Ну, то есть это тоже такое доверие, да? Я считаю и убеждена в том, что бренду, который хочет сотрудничать со стилистом, нужно предлагать что-то более уникальное. Например, здравствуйте, мы бы хотели с вами сотрудничать, а давайте мы с вами познакомимся поближе, отправим вам наш продукт, это вот посмотрите, у нас каталог, если мы бы хотели бы вам что-то подарить. Вот тогда уже пойдет разговор. Во-первых, стилист оценит качество вещи, если оценит, да, если вы, конечно же, нужно отправлять вещи, которые вы уверены. Да. Оценит стоимость, качество, все. И если ему понравится, во-первых, он вас запомнит, вы сделали ему подарок. Он вас уже, то есть, не все-таки лучше, лучше заходить через подарок, да? Нет, я считаю, просто да. Это проговариваем, потому что мне тоже кажется это правильным. Знаешь, ну, по крайней мере, первый раз точно стоит прислать подарок, а человеку будет приятно, уже ты повышаешь лояльность, да, так, ну, особенно если подарок понравится. Ну, потому что вот это вот, ну, многие говорят, ну, вот это я пришлю сейчас ей вещь, это же я, получается, потрачу деньги, а вдруг это не сработает. Мне кажется, это инвестиция совершенно в другое. Ну, просто нужно смотреть чуть дальше. Да, нужно выбирать, кому вы отправляете. Не нужно писать там стилистам, да, для того, чтобы от кого-то получить фидбэк какой-то. Если у вас ограничен бюджет, выберите себе 20 стилистов, которые вам нравятся, устраивают, которых вы верите так или иначе, и напишите им с этим предложением. И потом, есть такой момент, со стилистами вообще очень круто. Вот мне дарят кепки, шапки, какие-то
серьги, что-то еще. Я потом это использую постоянно просто. То есть вам нужно быть просто на связи с этим стилистом, следить за его страничкой. Скорее всего, будет 5 и более вообще фотографий разных в различных луках и так далее с вашими этими вещами. То есть вы потом эти все свои серьги, не серьги, кепки, шапки вы окупите, потому что это живая реклама, у вас постоянно новый контент, возможно, кто-то снимет даже видео, возможно, этот стилист поедет на съемку к звезде, на какую-нибудь видеосъемку клипа, и потом вы увидите в клипе эти свои серьги и так далее. То есть это работает очень круто. Я считаю, что со стилистами нужно работать именно так. Поэтому как дизайнер, когда я обращаюсь от бренда, я то же самое предлагаю новому незнакомому стилисту, с которым мы еще не выстроили отношения, только такое сотрудничество. Давайте мы вам что-нибудь подарим. Посмотрите на наш прекрасный лист. Смотри, а вот такая ситуация. Вот ты мне пишешь, я суперстилист, да? А ты пишешь мне как дизайнер. А я хочу твою дорогую вещь. Вот я посмотрела у тебя, мне вот не хочется, чтобы ты мне костюм подарила, на который ты, собственно, рассчитывала, а я хочу твою косуху дорогую. Как в это, поддержать этот момент, не испортить отношения и в то же время научиться отвечать «нет». Ну, потому что это тоже важно. Не чувствовать себя при этом неудобно. Вот представь себе ситуацию. Я уже давно перестала этот момент чувствовать себя неудобно, потому что таких запросов приходит в день по несколько штук. Куча блогеров, звезд пишет и их помощников, которые там, я представляю такую-то, там, мы хотим с вами посотрудничать, нам надо косуху. Маленькая оговорочка, это косухи, это то, что у нас... Ну, такая вот очень индивидуальная вещь, мы их шьем под заказ, они действительно и дорогие в производстве, и ну, я такие по красивые. Времени, и прочее, очень красивые. Я свою розовую дождусь. Вот. И поэтому нам пишут постоянно, и с костюмами то же самое было, с яркими. Все просят определенные вещи, мы хотим вот это. В таком случае, если вдруг ты понимаешь, что вот именно сейчас тебе... Это невыгодно. Мне, например, невыгодно рекламировать косухи, потому что мы не успеваем за своими заказами. Если я их отрекламирую, ну что, оно придет ко мне еще 50 человек, а мы им не успеем их шить. Мы сейчас как раз выстраиваем этот процесс. Вот, поэтому просто предложите другую вещь, объясните ситуацию, что ну, вот именно на этот ассортимент у вас нет возможности поучаствовать в бартером. Но бартер — это когда вас рекламируют за подарок. Вот, но у вас есть ряд других прекрасных вещей, вы можете отправить каких и так далее, описать их преимущества и тоже предложить, может быть, даже отправить курьера на примерку для того, чтобы эта звезда или блогер выбрал себе сам подходящую вещь. Но, опять-таки, не бояться, не стесняться. Единственный тонкий момент такой бывает. Некоторые звезды отправляют своих стилистов, те набирают гору просто вещей. Вот у нас недавно было такое с одной звездой, не скажу с какой. Вот, они набрали гору вещей и пишет серия, а можно мы возьмем не одну, а несколько луков, потому что нам так понравилось. Ну, и вы же знаете, что у этой звезды реклама стоит 200 тысяч. Давайте мы на 200 тысяч у вас наберем. Я говорю, нет, ребят, мы с вами договорились иначе. То есть очень важно оговаривать сразу все условия. Мы с вами сотрудничаем? Да, на каких условиях? Окей, вы нас рекламируете, хорошо, мы вам дарим один образ, вы выкладываете что, сторис или пост? Там будет отметка или там будет текст? Ну, то есть понятно, что на берегу, скажи, а надо договор делать или все-таки это можно на словах? Сейчас люди пошли не договор, сильно обязательно. Договор я никогда ни с кем не делала, честно скажу, вообще не совсем представляю, как это выглядит. Наверное, это профессионально было бы, и это, наверное, даже воспримет адекватно крупные блогеры, таких у нас немного, но большинство обидится. Ну, то есть, если это действительно какой-то не массовый блогер, миллионник, а просто хороший блогер, которому понравилась ваша вещь, и он вам написал, он может обидеться насчет вот этого. Ой, слушай, мне кажется, тут несколько моментов, знаешь, не всегда. Да. Иногда ты, наоборот, спокоен. Мне тоже часто пишут, как блогер, да? Я, наоборот, спокойно знаю, что, ну, условно, там, мне сказали, что там 25 числа я делаю пост, да, или там дают неделю, он должен примерно вот так выглядеть, мне за это дают вещи, как мне есть договор, у меня нет никаких претензий, особенно если это за деньги. Это словесный договор.
Да. Совместный договор должен быть, конечно. Вы обсуждаете полностью все условия. Я думала, ты имеешь в виду юридически составленный договор. Слушай, можно юридически кому... Как, да? Слушай, я с большими агентствами всегда подписываю договор, особенно если деньги перечисляют, например, безналом на ИП, например. Если это... Вот, кстати, тут у нас вопрос в чате. Если платное рекламное размещение, тоже нужно начинать с подарка? А мне кажется, странно заказывать рекламу у блогера и не платить... Ой, и... Подождите. А как это? Ты даешь вещь рекламная... сфоткаться? Сфоткаться даешь вещь, платишь за пост и забираешь вещь, получается, я поняла, так? О чем речь. А, смотрите, тут есть два пути. Обычно блогеры сами об этом пишут. То есть представьте, какой-то там стилист фэшн, да, у которого 650 тысяч подписчиков, который каждый день рекламирует какой-то шмот. Они сами пишут о том, что я сейчас сниму эту вещь, и вы можете ее забрать через 2 дня, потому что им это складывать некуда, да, у них нет складов, это все, они сами пишут о том, что им не нужна вещь, но в случае, когда это не так, опять же, зависит от стоимости, например, пост стоит 60 тысяч, вещь, которую вы отправляете, себестоимость стоит там 10 тысяч рублей. Мое решение было такое, что мы эту вещь оставляем, мы ее потом не забираем, потому что, может быть, эта звезда потом, и, скорее всего, так и будет, еще ее наденет. Угу. Вот. Но если бы это была косуха та же самая, то я бы так не сделала. Я бы попросила и уточнила, когда мы ее заберем обратно. Это нормально. То есть хотите оставить вещь, оставляйте. Не хотите, проговорите, пропишите, обсудите, да, этот вариант. Вы платите, вы имеете право задавать вопросы и уточнения и прочее. Смотри, мы говорим про бизнес, а есть такой еще момент, что не всем людям хватает энергии, времени и вообще вдохновения для того, чтобы свой бизнес, собственно, начать, завести или продолжать. А где ты черпаешь вдохновение? Вот я знаю, у тебя малыш, что-нибудь еще, может быть? Ну, малыш меня вдохновил на вот этот толчок, да, начать и поверить в себя, вложить все, что у меня было, и надеяться на то, что это сработает. Это был малыш. А то, что сейчас происходит, это уже цепочка, когда накопилась куча положительных отзывов. Разных отзывов, но в основном положительных я складываю в папочку. И когда мне страшно или когда я сомневаюсь, я их открываю, читаю. Да, это правда очень бодрит. Когда особенно, знаете, вот такие простыни напишут, типа, блин, я получила, а там швы, а там, представляете, а там подклад из натуральной вискозы. И все это они пишут. Конечно, это приятно читать. Вот, то есть мотивация отзывами. Затем каждый день, когда я прихожу и вижу девчонок, которые у меня в офисе работают, и что-то наперебой мне рассказывают, типа, ты знаешь, а я вот тут сегодня это, а вот смотри, а мы решили вот здесь перевесить одежду, мне кажется, вот так вот будет лучше. Когда я вижу их инициативу, я специально набирала таких девчонок, которые... Кстати, они не были профессионалами в своей области, ну, не все из них были, да, обученными mm-hmm. профессионалами, но они были искренне, с горящими глазами, они были уже готовы изменить что-то в своей жизни и понимали, как важно вот это мое доверие им, потому что я им доверяю часть своего детища, это тоже ребенок. Да, это как с няней оставить ребенка вот с кем-то из сотрудников. Uh-huh. Поэтому очень важно, какой персонал вы наберете. Терпеть не могу амебных таких вот засыпающих людей, которые не заинтересованы. И вот эти горящие глаза твоих сотрудников, когда они тебе рассказывают про успехи какие-то, это тоже мотивация. Какие-то отчеты, какие-то совещания, какие-то прикольные у нас бывают планерки. Я так понимаю, что все твои сотрудники сейчас нас смотрят, судя по тому, что... Да. Как они будут сейчас плакать, Сергей. Да? В общем, да, девчонки, я вас очень люблю, каждую из вас. Вы уникальны, и как... Вообще, я про своих девчонок могу очень долго рассказывать, как они между собой коммуницируют, как они друг другу помогают, реально помогают. И в жизни, и в работе, и во всем. Это просто, ну, такая мотивация, это семья. Не знаю, в общем, мне не надо дополнительно мотивироваться. Когда говорили про бизнес, мы говорили с тобой про производство, про продвижение, про свой бренд, а про команду не поговорили. Вот как раз ты сейчас сказала о том, что как важно иметь ту команду, которая с тобой заражена вот этим одним духом, и, собственно, это половина успеха.
Да, это правда. Поэтому подбирайте своих людей. Я подбирала, мне вообще уже все ржут надо мной, потому что я в основном подбираю подруг или каких-то моих знакомых, которых я где-то видела, и которые мне показались, которые чем-то зацепили. Вот Настя Приску, между прочим, хочу про нее рассказать. Мы с ней познакомились, я как стилист приезжала к другому дизайнеру на презентацию коллекции. И Настя нас встречала, она отвечала там, в общем-то, за все, и за прием гостей, и за то, чтобы рассказать про коллекцию, и она была и там и технолог, и производитель, поэтому она могла рассказать про швы, она сама когда-то шила, поэтому она могла рассказать так интересно про пошив одежды, mm-hmm. что это просто захватывало. Я поняла, что это человек, который внутри компании, в принципе, делает все, ну, то есть, так или иначе, она в курсе всего. И мне это очень понравилось. Я подумала, блин, классно, но я, наверное, не потяну пока. И так и было. То есть я пару лет не могла себе позволить. Но мечтала. Она здесь! Она смотрит на нас! Вот, я к ней приходила. А, не к ней даже. Я поставила себе цель найти такого человека, как Натя. То есть я себе написала цели на год, что мне нужен человек, который будет заниматься производством и вообще, в принципе, помогать мне вот это все выстраивать, и команду, и все на свете. Вот, и прихожу покупать ткани, и вижу Настя. Настя работает у этого производителя, принт ткани, в общем, он занималась. Mm-hmm. Неважно. И, понимаете, она сидит, работает на другом месте. Я говорю, Настя, что ты тут делаешь? Почему ты здесь? Давай вообще вместе работать уже, уходи вообще отсюда. Она говорит, да я давно как раз хочу отсюда уйти. И, в общем, мы вот таким образом начали наше сотрудничество. И с каждой девчонок у меня необычная какая-то история. Я их знала до этого или видела, как они работают. С одной из девчонок своих самых первых я вообще училась в школе. И поэтому... Просто создайте команду, в которой вы будете уверены. Это правда важно очень. Да, это, кстати, это действительно очень сильно влияет на бизнес, то, как замотивированы твои сотрудники, то, как вы вдохновляете друг друга. Скажи, а у тебя команда участвует в создании коллекции, или это только ты и твое собственное видение? Сейчас я стала, когда у нас появилось больше ассортимент, когда у нас появились разные размеры, не только S, M, L, но и плюс сайз направления отдельно запустили. Сейчас, когда у нас очень разные девушки разных форматов, направлений и прочего, я стала советоваться с командой, потому что это не только модные модели, да, которых я там привыкла, может быть, и раньше на фэшн-съемках наряжать, а это реальные люди, у них есть своя история. Поэтому чем больше ты общаешься со своими клиентами и со своими коллегами, которые тоже девчонки, это тоже моя целевая аудитория, одна пухленькая, другая маленькая, да, другая высокая. Мы на всех девчонок, между прочим, примеряем, вот когда разрабатываем коллекцию, вот у нас есть макет, и мы еще не приняли решение о его запуске, мы примеряем на каждую из этих фигур и смотрим, у одной маленький рост, у другой средний, у третьей попа большая, у меня грудь, например, да, и мы смотрим, как это можно сделать таким образом, чтобы платье, например, село на большее количество разных девушек. И ну, это как работа с твоим целевым клиентом, по сути, поэтому мои девчонки сейчас очень сильно помогают. Иногда я бываю в Китае, вот я ездила, закупку шифон шелковый искала, очень, и нашла потрясающий. Но я нашла так много, очень много, а нужно было выбрать там, по сути, 3-4 цвета. И в какой-то момент, уже на пятый день, когда я хожу, и вот эти вот склады, стенды и прочее, я понимаю, что мне нужна помощь, и я им отправляю фотки, говорю, девчонки, так, давайте, голосование, какие вам принты больше нравятся. И дальше я посмотрела, какое количество голосов было там большим, и взяла вот эти образцы на пробу. А сколько человек в твоей команде? Скажи, вот нас тут спрашивают. Ой, недавно считала, и сейчас, наверное, надо... так. Около 8. Подождите, нет. Мы, на самом деле, у нас каждая девчонка очень универсальная. Например, у некоторых брендов отдельно есть инстаграм-менеджер и есть менеджер, который в магазине. У нас это один человек, который, между прочим, отвечает, вот если он доступил на смену, он отвечает примерно до двух ночи. С 8 утра до двух ночи рабочий график идет. Вот, поэтому и каждый сотрудник, если взять его отдельно, то у него большой функционал. Пока что, ну, это в рамках моих возможностей.
когда-нибудь, может быть, у меня будет иначе, но мне нравится, когда такое вовлечённость, такая вовлечённость. Когда, в принципе, все друг друга могут заменить, и нет вопросов, кто что делает, да, то есть каждый захватить, заменить любой другой, да. Да, 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 то есть, ну, если вдруг я Настю свою, которая производством занимается, попрошу пару часов на работе встретить клиента, пока я, например, отправила одну из менеджеров помочь мне срочно купить фурнитуру, которую я не успела, она в другом конце города, Настя пойдет и будет продавать, потому что надо, она понимает, что это рабочий процесс. Вот, поэтому команда небольшая, но очень классная. Ленка наша тоже стилист, и вы наверняка видели ее видео прекрасное, которое она записывает контент по переодеваниям, что с чем сочетать. Она меня заменяет, вот прям дублирует практически мои интересы, потому что у меня есть боязнь публичных выступлений, но я ее так называю пока условно. У тебя больше нет боязни публичных выступлений. Это выступление было завангованно на то, что ты после него перестаешь бояться выступать публично. Это мой подарок тебе. Спасибо большое. Спасибо. На самом деле, мне правда очень комфортно сегодня. А вот, ну, общем, у нас есть человек... У нас отличные вопросы, ты никого не боишься. Это правда, да, все свои. Ну, в общем, есть каждый из сотрудников как минимум 2-3 вакансии закрывает. Вот. Так, смотри, у нас сейчас Инстаграм, к сожалению, ограничивает прямые эфиры до часа, мы целый час тут проболтали. Поэтому... Быстро, да? Да. Время да, пролетело. Просто очень быстро. Я думаю, что наши девчонки узнали что-то интересное еще по итогам эфира. Я обязательно напишу пост с какими-то выдержками. Давай как-то закончим. Красиво, это тот вопрос, который я всем задаю. Вот. И давай попробуешь на него ответить. Первое, что придет в голову, ладно? Как Давай. Ты делаешь этот мир лучше? Пожалуй, я отвечу тебе так. Я помогаю девушкам чувствовать себя уверенно и помогаю их глазам сиять. Вот когда я вижу, что их глаза сияют, вот это то самое. И таких девчонок уже 1000. Не вру, вот нисколько. Просто 1000. Мне кажется, неважно, это идеальное стилем, завершение эфира, поэтому если бы я пила вино, я обязательно бы сейчас подняла за то, чтобы вот за уверенность и за вот этот блеск в глазах. Спасибо тебе огромное, это был чудесный эфир, я не понимаю, почему ты переживала, все очень просто, легко, все очень понятно, я думаю, что если кто-то захочет тебе написать после эфира, пусть пишет, если пока стесняется, хотя бы подпишитесь для вдохновения, может быть, у вас блеск в глазах появится, потому что Лиля пишет и про красоту, и про стиль, и про свой бренд, и про видение каких-то моментов, которые вокруг нее происходят. Поэтому спасибо тебе огромное, я тебя очень люблю. Вот. Спасибо, я тоже тебя люблю. Дня. Спасибо. Давай, всем, целую, пока.